Ой, мы, ребята, путешествуем, и мы сейчас в Ижевске. Я, конечно, наверное, поздно начала снимать, потому что мы все интересно уже проехали. Ну, хоть что-то. Мы едем, рассуждаем, что раньше он был такой провинциальный городочек, очень просто смотрящийся. А тут понастроили, и он прям похож на столицу, то есть большие громадные здания высотные. Такие стильные, современные, хорошо смотрятся. Вот сейчас я вам немножечко покажу. Вот тут два еще высятся, каких-то отдельно стоящих. То есть, смотрите, там обыкновенные пятиэтажечки. А тут, значит, вот они. А, ты что, опознаешь? Тут Илона опознает все. Люди толкутся, они хотят перейти. Они хотят перейти. Они ждут трамвая. Так, ладно. Тогда едем вперед. Ну так-то да, вот судя по виду навигатора, мы как бы это типа в центре города, типа вот всякое интересное. Стоят, видишь, построенные ступеньки. Ну-ка, а что ты их видишь? Подожди, где так может нам сейчас их посмотреть? Но они сейчас не подсвечены. Нет, сейчас не подсвечены. А ты, Илон, подожди, а где ты их видишь-то? Вот на ступеньках. А я ведь что-то не такое. А где пруд? Вот это не пруд, это храм. А где пруд? А пруд должен быть снизу к низу. Вот пруд. Я-то ведь где-то не там совсем точку-то. Ну или может быть просто я у пруда ее. Так, а как мы ее искать будем? Ты найдешь, Илон? Церковь такая красивая. Смотрите, мы хотим вот они вот посмотреть вот эти. А на берегу куда, я не знаю. А нет, мне кажется, эти и есть, наверное. Нет. Еще? Еще должны быть? Да. Тогда не знаю. Смотрите, красотень какая. Ох, какие прямо. Какие мы тут чудные здания. Навеки с Россией стелла. Боже, а как мы найдем стелла? Уже строят новые домики. Мы едем. Да, слушайте, смотрите, он большой, да, улицы такие широкие. Большой. Столица. Вон какие эти вдали-то улицы широченные, да? Трамваи бегают, автобусы, люди бегают. Как они называются, жители Ижевска? Ижевчане. Что, правда? Ты точно знаешь? Да. Не ижевчане, оказывается. Вон Ростелеком. Чик-чик, свет не наш, машина уезжает. И мы сейчас поедем по Ижевску. Все это нам. Мы поехали. Ну, не знаю. Хорошенький Ижевск, да? Глазов, вот глазов бы тоже чистили от снега, были бы ухоженные домики, да? Тоже бы вполне был город. А что-то в России у нас все такое неухоженное. Вон, смотрите, снега навалено, да? Тоже бы вот там на тротуарах это все завалено. Угу. А это мечеть, наверное, судя по виду-то, да? Да, далекие мечеть. Что-то
это все строится, строится, смотрите, краны, краны. Тоже, наверное, такие высокие, высотки здесь выстроят. От центра едем, да, получается? Будем на окраинку, да. Забила вот это, катим кузницу, да? Да, мы сейчас кузницу, да, и звонили. Сейчас нас накормят, и нам будет не до экскурсии. Мы засыпаем, а что, знаешь, как после еды спать хочется? А что дано-то? Нас как, СМИ подвезут? Тебе же сказали, тебе дадут молоток. А, и ты проснешься, да? Килограмм 30. Сразу проснешься. Да как же? Включите сами. Нет, как бы, ну я и позвонила, видишь, что они нас специально ждут, нас одних. Думаю, чего уж тоже людей-то держать. Говорю, как лучше? Ну, видишь, я-то ей говорила, что приеду 7-8. Ну, видишь, мы раньше едем. Я позвонила, говорю, вот мы как бы это... Примерно во столько подъезжаем, говорю, как вам удобнее. Ну, говорю, если хотите, мы можем сначала в Сарапул уехать, а потом к вам. Она говорит, нет, давайте лучше к нам, а потом, говорит, я вам Сарапул покажу еще. Ну, я не знаю, покажет она, как вот тут, как-то не, как неловко, сядет, неудобно. Что покажет, что предложила, да? Так не отказывайся. Ага. Но они-то на своей машине, они живут в Сарапуле. То есть... Да, тоже новые точки струются. Да, домики-то, пожалуй, лучше. Чем у нас? Да. Ну, по крайней мере, те громадины-то у нас таких нету, да? Через 2 километра. Ну, мы же не столица Удмуртии. Столица Кировска. Ну, Удмуртия круче, чем область. Что? Сейчас? Убрали? Область. Как была? Пермская область? Пермяцкие все объединили, стало Пермский край. А у нас не было объединения. Ужас. Ну, в общем, я так понимаю, что мы это, типа, выезжаем из Ижевска-то, да, уже? Мосты пошли. Неухоженного вида. Плохо очищенная и с плохой дорогой. Смотри, из одного района в другой переезжает. Думаешь? Трамвай, а думаешь, что? Не кончается? Трамвай же откуда-то шел. Ну, я думаю, что не кончается, да. Маленький, смотри, показывай. Видишь, его район. Район просто, да. Одна опять, смотри, на карту уже кажется совсем окраиной. Ижевск. Это Ижевск. Ижевск классный, да? Ижевск интересный. Это я думаю, что мы выезжаем, девочки. Все, город кончился. Он остался сзади и правее. А это уже покидаем. Да, тут уже, ну тут еще есть какие-то жилые здания. Там вот вдалеке. Бегающими трамваями. Ой, господи, это боже мой. Какой трамвайное депо проехал. Ага. Вот куда трамваи-то, оказывается, бегут. Что-то этих высоток-то я не сфотографировала, а? Что-то все время соображаешь поздно. Так, нам куда? Нам что, прямо? Или не прямо? Сейчас.